Здравствуйте всем! Сегодня мы вам покажем, как ребенок за несколько минут собирает стульчик конек-горбунек. И теперь мы покажем, из каких частей он состоит. У нас есть детали. Две ножки, сидушка и подножка. Также есть спинка. Четыре коннектора и три перемычки. Две коротких, одна длинная. Также у нас есть крепеж. Четыре болта на 70, два болта на 60, два болта на 40 и четыре болта на 30. У нас есть гайки, четыре гайки Эриксона, восемь бочонков и два ключика. Сейчас мы вам покажем, как правильно собирать стульчик конек-горбунек. Берем одну ножку и берем длинную перемычку. Берем два бочонка и вставляем их в перемычку. А сейчас мы вам покажем, как правильно ставить бочонки в перемычку. Берем болты на 60 и закрепляем перемычку. Затем берем вторую ногу и закрепляем вторым болтом на 60. Наступило время закрепить спинку. Для этого мы вставляем в нее бочонки. Их тоже нужно ставить правильно. С помощью болтов на 40 мы закрепляем спинку. Настало время установить коннекторы. Вставляем в них гайки Эриксона. Важно коннекторы присоединить правильно. Это мы делаем с помощью самых коротких болтов на 30. Высоту установки коннекторов определяем из таблицы в инструкции. В дальнейшем мы всегда сможем изменить эти настройки.
осталось установить короткие перемычки. Это мы делаем с помощью самых длинных болтов на 70. На этом этапе не нужно сильно затягивать болты. И, наконец, настало время установить сидушку и подножку. А теперь мы можем окончательно затянуть все болты. Ура! Наш стул полностью готов!